Вернули былое величие. Работы по ремонту памятника Ленина вышли на финишную прямую. В нынешнем году монументу исполняется ровно 50 лет. За это время облицовка самого постамента и трибуны износилась на 85%. Мраморные плиты потрескались и искрошились. Пора обновить, решили власти. Жители идею поддержали. Ну, конечно, было обидно. Вот последние годы, когда тут, знаете, звездкой забеливали дырки, да, было. Хорошо, что так сделали. Очень даже лучше, чем было. Решение о необходимости ремонта памятника приняли весной. Провели аукцион и выбрали подрядчика. Саму фигуру оставили без изменений. Реконструкция коснулась только внешнего вида постамента, трибуны и ступеней. Для облицовки выбрали белый мрамор. Подрядчик сначала снял старую облицовку, выполнил оштукатуривание кирпичной кладки, из которой и сложен постамент и трибуна. Заштукатурил современными уже, значит, смесями растворными. И на это, опять же, специальный клей, который предназначен для уличных работ, приклеивается уже мраморные плиты. Процесс ремонта контролируется и со стороны архитекторов. На сегодняшний день рабочие полируют плитку и заливают последнюю ступень. Работы обещают закончить к концу следующей недели.